Приветствую вас, танкисты, с вами Варчик. И как часто у вас случаются бои, которые не стыдно показать всему танковому комьюнити? У меня вот не часто, поскольку бои, в которых я просто накидываю домашку по 5-7 тысяч, уже не интересны, поскольку я в эту игру играю уже 4 года. И такие бои, где просто настрелян урон, уже ничем не удивляют. Уже нужны бои, где решает скилл, ВБР, красивые какие-то ситуации, моменты, экшен. И все это будет в этом бою. Погнали! Карта у нас Руинберг в фольге. Встречный бой. Танк ВЗ-120ФТ-1. Китайский прем-танк 8 уровня. Занимаю центр с самого начала. И раздаю билеты, которые направляют врагов в город. Каждому по плюшечке. И пускай катятся в свой город танковать, делать вид, что в игре есть броня. На удивление у КВ-3 появилась броня, и он что-то там начал танковать, выпендриваться. Плюс я еще там пару раз стрельнул в дом. Но после этого КВ-3 решает, что позиция там, где я танкую, плохая. И нужно поменять позицию срочно, на все лицо. Хочу поменять позицию. И он, конечно же, это делает, потому что может. Герой следующей ситуации — это союзник Блэйд Принц. Пострелял немножко на центре, понял, что получил преимущество, и он, вооружившись кучей своих колесиков, едет в атаку крушить врагов. И после чего успешно потом мне будет сигнализировать, тыкая мне на карту, что я должен был ехать с ним нагибаться. Конечно, если бы я это сделал бы, то 13-го Колобанова у меня бы явно не появилось в статистике. Мне остается только, стоя сзади, танкуя от рубки, помогать этому Блэйд Принцу умереть хотя бы не бесплатно, а хотя бы разменявшись немножечко на какой-либо урон. Вооружившись опытом Блэйд Принца, я понимаю, что тоже могу понаглеть, за что меня, конечно же, накажет коричневый бог войны и молнией мне кинет в голову, после чего меня, конечно же, оглушит, и я немножечко начну тупорылить. Потому что, ну, больно мне. В принципе, на центре разобрались, куда могли постреляли. Замечаем, что сверху на нулевой линии уже враги продавили. Поэтому находиться в центре опасно, потому что с левой стороны нам в бочину через куст будут накидывать бесплатно и без СМС. Выбор следующей позиции, в принципе, простой. Отъезжаем назад к базе, становимся в первый же кустик, и тут начинается шок. Нерест школьников, один за одним, шотные выезжают в поля, и что делают? Ничего не делают, ждут, когда я их всех перестреляю, и фраги у меня просто потекли рекой. Один за одним я набиваю фраги, щелкаю их просто как букашек. Набив кучу фрагов, все равно счет не выравнивается. Союзники прям таки спешат слить эту катку и стараются изо всех сил, чтобы я получил своего 13-го колобосика. Отправляемся в город прикрывать своего союзника. Пока мы ехали, он благополучно кончился. Ну и они выезжают такой, мы ему четко даем понять, где у него находится пупок. Уезжая с города, мы еще замечаем, что там появляется Т-29. И перед тем, как занять хороший куст на зелени, мы обязательно должны напугать Т-29, поскольку нам потом с ним еще бодаться. И он уже должен быть пуганный. Поэтому перед ним взрываем самый мощный свой снаряд, пусть боится. Ползем медленно в зелень, и пока мы ползли, что-то как кольнуло в хребтине, боже. Но сейчас мы подъедем к удачненькому кустику, найдем этого злополучного человечка, который нам это натворил. По дороге обязательно помогаем леснику, поскольку он один, а лес большой, и нужно ему помочь избавиться от старых деревьев. И просто будем мстить с одного выхлопа, просто в ангарище. Пытаюсь дальше заехать в леса, кусты, прятаться там и играть от маскировки, но пока ехал, враг засвечивается. Вспоминаю, что здесь можно от башни хорошо стрелять, но когда я развернулся, смотрю, думаю, башни у меня нет, танк низкий, куда стрелять, видно одну писечку. И короче, свожусь, ну и конечно же Витька подкрутил там просто рубильник, просто максимально ВБР выкрутил. Как зарядил он, и блин, я даже сам был в шоке, что я туда попал. Даже защитник выглянул посмотреть, как так.
Ну и на таком успехе просто выбегаю из фугаса с пыряка, убиваю защитника тупо на молодости. Дальше думаю, еще есть фугас, и там КВ-3 сзади шотный стоит. Думаю, ну все, сейчас еще его добью. Без сведения стреляю, ну, видимо, молодость закончилась еще на защитнике. Дальше ситуация такая, передо мной стоит Т-29 от башни, я в прямом простреле у арты, и справа еще едет КВ-3. Также еще где-то ИС пьяный валяется на углу карты. Ситуация просто шок. Я вам напомню, что я оставался один против семерых, осталось всего лишь 4 врага, я уже троих завалил. Что делать дальше, никто бы никогда не догадался, что буду делать я. Я просто взял и поехал направо, заехал между Т-29 и КВ-3, и дальше мне тупо повезло. КВ-3 тупо не попал, как я и предполагал. Т-29 не пробил меня. Я не попал, убил опять крота, сколько их в этой игре, просто шок. Т-29 не пробивает меня второй раз. Я по перезарядке убиваю его. Китайцы там на допаке просто в танке жрут тоннами и снаряды засыпают лопатой в воронку, тупо в казённик. Я еще успеваю убить КВ-3 от трупика. Это просто капец, и я остаюсь против двух врагов. Я уже убил пятерых сам. Ситуация шокирует. Все вместе. Скилл, ВБР, везение, тактика упоротая. Такого просто, я не знаю, давно не видел таких боев. Именно, блин, это мой бой. Это просто шок. Таких боев, они случаются очень редко. Раз в год, там, я не знаю. Это просто капец. Но это еще не победа, остается еще против нас артовод и ИС, который не особо-то хотел помогать своим союзникам. Но самое главное убить арту, потому что даже если мы будем бодаться с ИСом, а мы уже шотные, то арта нас убьет, даже с плэшем. Поиски артовода в принципе оказались успешными, легко его убили, он стоял вообще глупо и никак. Последняя вражина приманила меня захватом в город, мы вдвоем с ним друг друга увидели, оценили ствол у Скорпиона, офигенный ствол, согласитесь, классный. Еду дальше на него налягать, потому что могу, хотя и шотный. Начинаются мои танцульки без башни, все-таки у врага преимущество, потому что у него есть башня, а у меня ее нет, вот такая вот хорошая история, ламповая. Конец боя все ближе, и настает время, когда нужно показать, что в игре есть броня. После чего я понимаю, что перезарядка у моего танка быстрее, и в принципе уже не жилец. Я побеждаю, и это был бой, в котором я оставался один против семерых. А все начиналось с того, что Blade Prince тыкал мне, что я виноват, что он поехал упарываться, а я нет. Что бы было бы, если бы я был такой же игрок, как Blade Prince, и поехал бы вместе с ним смотреть на ЛТшек, которые прячутся от него в нормальных позициях. С вами был Варчик, с вас лайк, подписка, с меня бур-бур-бур. Играйте красиво, пока.